Вот эти прикольные товары ты увидишь в этой подборке и сможешь поучаствовать в интересном конкурсе. Всем привет! Встречайте подборочку с очень прикольными и классными товарами. Они вам понравятся, а также их можно смело подарить на Новый год. Они многих удивят. И те, кто досмотрит видео до конца, примут участие в легком конкурсе с денежным призом. Приятного просмотра! И начну я с необычного радиоуправляемого катамарана. Он не только повторяет внешний вид катамарана на воздушной подушке, но и имеет такие же возможности. Он сможет передвигаться по воде, льду и даже по ровным дорогам с твердым покрытием, поскольку не соприкасается с поверхностью. Несколько подобных катамаранов вполне могут участвовать в настоящих гонках. Они развивают скорость до 20 км в час и могут удаляться на 60 метров от пульта управления. При частом использовании игрушки не придется покупать большое количество батареек. В комплект поставки входят аккумуляторы и зарядные устройства. В преддверии Нового года данная игрушка станет отличным подарком для вашего ребенка, но также подойдет для мужчин и постарше. Конструктор трамвай. Сборная модель в собранном виде представляет трамвай с рельсами. Это не просто деревянный стильный декор, а функциональный аксессуар, который работает. Маленький трамвайчик будет доставлять ваши посылки и письма с одного конца рабочего стола в другой, в маленькой коробочке, расположенной на крышке. В движении модель приводится резиномотором и ездит трамвай в обе стороны. В наборе 154 элемента. А еще такие самоходные деревянные механические модели превосходно подойдут как для дома, так и для офиса и поразят родных и близких. Будет невероятным и интересным подарком или стильным аксессуаром для взрослых и детей. Модель собирается без использования клея и дополнительных инструментов. Разноцветные дымовые шашки – это отличное решение для торжественных событий, например, для свадебной фотосессии, а также можно найти кучу применений данному товару. Его можно использовать на какой-либо вечеринке, выпускном или другом празднике. Разноцветный дым добавит антуража и веселья, украсит ваши фотографии, а также поднимет настроение. Материал в использовании очень простой, его нужно просто поджечь, и вы будете наблюдать неимоверную красоту. Брелок-робот. Если вы постоянно теряете ключи, то просто обязаны приобрести себе такой брелок. Во-первых, он решит вашу проблему с ключами, и вы не будете их терять. Ну или потеряете все вместе с роботом. А во-вторых, он выгодно отличается от других брелоков, которые имеются у многих. Он выполнен из металла, что обеспечит его долговечность, а также вы постоянно будете чувствовать, в каком кармане находятся ключи. А когда ключи выпадут из кармана, вы всегда это услышите. Конструктор Феррари. Эта машина была создана легендарным концерном Ferrari в память о своем создателе. Модель спорткара отличается прекрасным дизайном, округлостью и обтекаемыми формами. В двигателе отлично реализована подвижная 12-поршневая и тормозные системы. Есть рулевое управление и открывающиеся двери, позволяющие осмотреть детализированный салон. Модель исполнена в масштабе 1 к 10. Она очень точно передает очертания исходного автомобиля. Богатая функциональность позволяет получить удовольствие не только от постройки модели, но и последующей игры с ней. У модели открываются двери, капот и багажник. 12-камерный V-образный двигатель полностью соответствует своему оригиналу. И, конечно же, руль позволяет управлять передними колесами. Диски и шины колес были специально разработаны для этой модели, чтобы соответствовать по масштабу и внутреннему виду тем, что используется в реальных автомобилях. Очки, глазюки, выпадюки – оригинальный аксессуар для празднования дня рождения, карнавальной вечеринки, юбилея. Благодаря пружинкам, прикрепленным к очкам, создается иллюзия выпадающих глаз. Очень забавное и веселое зрелище, вы только посмотрите, как они прикольно выглядят на животных. Набор для сборки парового двигателя. Как работает двигатель на пару и как он устроен, можно узнать, собрав свой собственный паровой двигатель. Все необходимые для этого детали уже есть в наборе. Стоит приложить всю внимательность и ловкость рук, чтобы все получилось правильно. А руководство поможет вам справиться с задачей. Сборка модели развивает логическое мышление, знакомит ребенка с миром физики и механики. Отлично работающая модель. Шумно, весело, моргает диод, горит спиртовка, идет пар, ходят поршни и так далее. Все очень интересно и познавательно. А еще есть доходчивая инструкция в картинках. Вы своему ребенку легко и наглядно сможете объяснить, что и как происходит во время работы. Да и вообще, это простая в понимании конструкция. Радиоуправляемый джип. Такой полноприводный автомобиль – мечта каждого мальчишки. Он способен развивать скорость до 20 км в час, а резиновые колеса передают ему устойчивости на крутых виражах.
Время работы полностью заряженного аккумулятора до 20 минут, а пульт дистанционного управления действует в радиусе 60 метров. Машина сделана в масштабе 1 к 12 и в точности повторяет реальный гоночный автомобиль. Такой автомобиль станет долгожданным подарком каждому мальчику, и теперь вместе с папой или самостоятельно он сможет участвовать в настоящих автогонках. Время зарядки составляет 1,5-2 часа. Кронштейн для ленивых. Название товара говорит само за себя. Это все тот же держатель для телефона, но он выполнен намного интереснее, нежели другие варианты. Например, если вы хотите лечь и посмотреть свои любимые видосики, но вам так лень держать телефон в руках, то для этой проблемы есть решение. Вы можете обмотать его вокруг живота или же повесить его на шею. Также его можно использовать в видеозвонках, если у вас заняты руки, но вам хочется пообщаться с друзьями или близкими, то данный кронштейн как раз для вас. Игрушка для вашей любимой котейки. Подходит для одной или нескольких кошек. Яркий мячик катается по кругу, что очень привлекает внимание кошки. Оторваться невозможно. Как все равно не стараться, его не поймаешь, но и не потеряешь. А если мячики еще и на разных уровнях, немного сноровки и можно играть одновременно со всеми ними. Прочная и устойчивая конструкция, противоскользящие прокладки на дне конструкции. Такая крупная игрушка не затеряется за мебелью, в отличие от маленьких мышек и мячиков. Стимулирует двигательную активность вашей кошки, что помогает поддерживать ее в отличной физической форме. На трех этажах три разных мячика. Игрушка прекрасно подойдет для владельцев двух и более кошек. Передвижной кран – одна из самых сложных и больших моделей данной линейки конструкторов. Собрав 1400 деталей, вы получите огромную модель, которая без труда управляется 8 колесами. Поставьте кран на опоры и выпустите стрелу на расстояние до 50 см. С помощью лебедки управляйте крюком. Модель оснащена V-образным двигателем из 8 цилиндров. Модель можно трансформировать в кран-погрузчик на колесах. Сборка данной модели займет у вашего ребенка много вечеров и отвлечет его от скуки. Пистолет для стрельбы деньгами. Будет прекрасным дополнением образа для тематической вечеринки. Бонни и Клайд, король мафии или просто крутой парень, кем быть, решать вам. Пистолет, стреляющий деньгами, привлечет внимание изумленной публики. Любой образ и костюм может выглядеть эффектно с этим аксессуаром. Яркая игрушка будет прикольно смотреться как в руках ребенка, так и взрослого. А звуковое сопровождение пистолета добавит комичности и эффектности во время выстрелов. Но в первую очередь денежный пистолет – это, конечно же, игрушка для детей. Пистолет выполнен из экологичного материала, не имеет неприятного запаха и не вредит здоровью ребенка. Легко очищается влажной салфеткой или полотенцем. Маска для сна с глазами лягушки Пепе. Очень полезная вещь, идеальный подарок путешественникам, молодым родителям, студентам, да и вообще всем, кому приходится спать в дневное время. Как все знают, сон полезен только в темноте, поэтому маска для сна – необходимый аксессуар для нашего здоровья. Можно купить самую обычную маску для сна, но это ж так скучно. Купите маску для сна с грустной лягушкой Пепе и сделайте свой день. А заодно и поднимите настроение окружающим. Увидев вас в такой маске, вас точно запомнят креативной персоной. Мантия инквизитора. Облачитесь в одеяние средневекового инквизитора и нагоняйте ужас на неверных. Данная мантия является отличным костюмом для Хэллоуина и косплеев. Одев такой нестандартный наряд, вы обязательно выделитесь среди основной массы людей своим загадочным и темным видом. В этом костюме можно неплохо повеселиться, например, разыграть друзей. Также можно устроить свою костюмированную вечеринку. Конструктор-поезд. Транспортировка грузов – это очень ответственное занятие. Здесь нужно и вовремя уложиться, и довести товары в целости и сохранности. Но этот процесс существенно упрощается благодаря наличию пульта. Теперь товарным поездом можно управлять дистанционно. Для этого нужно лишь нажать на соответствующую кнопку. Но не менее ответственным этапом езды является торможение. Если вы случайно проехали станцию, то это не беда. Достаточно лишь нажать на кнопку, и состав сдаст назад. Но чтобы почувствовать себя настоящим перевозчиком товаров на собственном поезде, необходимо для начала собрать его, используя данный конструктор. Для этого можно воспользоваться прилагаемой инструкцией, которая в значительной степени упростит процесс сборки. Поскольку любовь к поездам объединяет многих взрослых и детей по всему миру, то этот подарок является беспроигрышным. Флуоресцентная краска в баллоне-распылителе для нанесения светоотражающих покрытий. Добавить ярких красок, подчеркнуть значимость цветом, обратить внимание, все это помогает добиться эта флуоресцентная краска. Пылающая яркая, она словно создана для того, чтобы кричать, привлекать взгляд.
Используют флуоресцентную краску на рекламных щитах, спортивном оборудовании, в автотюнинге, при покраске пожарного инвентаря, игрушек, велосипедов и так далее. Из-за входящих в состав краски пигментов, флуоресцентная краска начинает светиться в ультрафиолетовом свете. Как только источник ультрафиолетовых волн пропадает, флуоресценты прекращают свечение. Это свойство можно интересно использовать, например, при оформлении интерьера, создавая картины, проявляющиеся только при определенной подсветке. Свечка-динозавр. А вы знали, что динозавры были теплолюбивыми существами? И надо полагать, зажженная свеча помогла бы инкубировать их яйца. По крайней мере, такой сувенир-экземпляр поможет вам в это поверить. С виду это обычная свеча в виде яйца, но если ее зажечь, то со временем из него вылупляется динозаврик. Отличная вещь на подарок человеку, которому не знаете, что подарить, но который ценит оригинальность и уют в доме. Магнитные игрушки. Состоят только из двух элементов – магнитные палочки и металлические шарики. Это развивающее воображение и пространственное мышление игра. С помощью такой игрушки-конструктора можно построить самые разнообразные фигуры и сооружения, а также на практике познать интереснейшие особенности магнетизма. Эргономичная форма палочек, яркие красочные цвета и его безграничные конструкторские возможности делают их одинаково привлекательными и интересными как для детей, так и для взрослых. А вот и конкурс. Приз 200 рублей на счет мобильного телефона или на WebMoney. Для участия в конкурсе нужно подписаться на канал, поставить лайк видео и написать в комментариях, какой последний фильм вы смотрели и понравился он вам или нет. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео и стримы, на которых я разыгрываю подарки с видео. Спасибо за просмотр, всем пока!